Добрый день, меня зовут Вера, и я рада всех приветствовать на своем канале. Сейчас я хочу подкормить такой неплохой подкормкой все вот овощи, цветы для пышного цветения, ну и, конечно же, хорошего плодоношения. Для этого мне понадобится, костная мука. Я уже говорила, из органик микс, это органические удобрения, они не содержат нитраты. И вот в костной муке всего содержится 1% азота, так как нам сейчас некоторые растения не стоит подкармливать азотом, но в ней 15% фосфора и очень много вот микро- и макроэлементов. Это очень хорошее такое органическое удобрение. И самое важное, вот что нам надо сейчас, как я уже повторяюсь, чтобы наши овощи, да, они не накапливали нитраты. И вот именно в костной муке, когда мы будем подкармливать, и еще с одним ингредиентом, в них не содержится никаких нитратов. Это вот самая хорошая подкормочка, такая вот августовская, для пышного цветения и хорошего плодоношения. Наверное, я так пошла по кругу, как поехала, да? И вот для того, чтобы нам приготовить такой чудесный раствор, мы берем где-то примерно 10 литров водички. Итак, еще один ингредиент, это, конечно же, зола, ребята. В золе, все вот микро-макроэлементы, и калий, и фосфор, вот все, что сейчас необходимо для наших растений. Берем где-то, будем 1:1. Здесь вот примерно 200 грамм, да, вот в этом одноразовом контейнере. Ложим 200 грамм чудесной золы, и столько же мы положим костной муки. Как же мне так насыпать? Сейчас, ребята. Вот все питательные вещества находятся в этом чудесном удобрении от Organic Mix. Вот они подходят для всего. Для роз, для всех луковичных, для многолетников. Вот сейчас как раз мы подкормим все наши цветы, чтобы они вот пышно цвели. Ну и, конечно же, подкормим наш... Ой, какой у меня чудесный, ребята. Прям вот любо глянуть, да? Вот такой вот чудесный у меня перчик. Это лисички. Может быть, вы помните, как я рассказывала? Это специально вот для баночек. Ну, такой шикарный. Такие милипухики. Их вот прям сразу же будем в баночки ложить. Ну, и туда же мы добавляем костную муку. Все, ребята, вот такой, такая вот чудесная у нас получилась с вами подкормка для наших всех луковичных цветочков, для многолетничков. Все сейчас подкормим. Вот так вот. Вот такая вот чудесная получается. Она сейчас у нас настоится несколько часов, обогатится, соединится. Вот так вот. И вот такая вот шикарнючая просто подкормка. Натуральная, органическая, можно сказать. Нет никаких вот... примеси. В общем, ребята, не накапливает нитраты. Вот берите на заметку, сейчас, вот в это время, в августе, мы как раз можем вот этой подкормочкой подкормить все наши и цветы, и огурцы, и по помидорчикам пробежаться. Вот такие вот мои маленькие советы. Может быть, кому-то они пригодятся. А с вами была Вера и мой канал «Моя тепличка». Всем нам, ребята, хороших урожаев!